Действительно, такой случай был. Госпожа Меркель приехала к нам в гости с визитом и вышла собака моя, кони. Я, откровенно говоря, я ей уже говорил об этом, Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать такую непринужденную, приятную атмосферу. Вот, честно говоря, странно, для меня неожиданно. Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации. Я еще раз к ней обращаюсь и говорю: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора.